уже напоследок, сейчас уж поругаетесь навсегда. Но в итоге победит тот, кто чаще на занятия ходил, поэтому тут уж извините. Второе место. Макарий Мелиховец, Александра Чернолевская, город Минск. Танцевальный клуб «Современный стиль», тренеры Андрей и Ольга Сабанские. И, дамы и господа, победители первенства Республики Беларусь, категория «Молодежь до 21 года», программа «Многоборье». Первое место. Дмитрий Ладонычев, Алина Бахматович, город Минск, танцевальный клуб «Каприз». Тренер Кристина Канаш. Дмитрий Ладонычев, Алина Бахматович, Минск, «Каприз», победители первенства, 10 танцев, молодежь до 21 года, 2023 год. Тренеры, победители, Кристина Канаш, Кирилл Швайбович. По традиции памятный диплом и по традиции памятное фото. Дождемся полного состава.